Доброго времени суток, зрители и подписчики моего канала. Сегодня тестирую самодельный парогенератор. Пробный тест. Делал я его где-то в общей сложности 5 дней. Хотя и начал уже год назад. Сейчас он в рабочем режиме. В топке горят дрова. На дровах он. Здесь у нас элемент, где находится вода. Это Г-образная труба 160-я. Вставлена горизонтально в грубке. Ее охватывает огонь при выходе через вот этот дымоход. В дальнейшем буду еще модернизировать для выхода горячего пара и пара влажного непосредственно с самой трубы. Горячий будет у нас проходить сюда, вот на эту еще одену 160-ю трубу, обвару сверху, будет подогреваться еще, так как сюда выходит пламя на горячее. А здесь будет тройник стоять между этой всей системой. С тройника будет выходить пар более влажный и меньшей температуры. Сейчас вот так она работает у нас. Прижмем, подержим. Довольно интенсивно выделяется пар. Это у нас будет заливное отверстие. Здесь у нас резьба на трубке. Не видно, уже темно. Сейчас снимаю. Вот эта муфта соединительная для труб будет сверху заварена. Будет она у нас заварена. И будет откручиваться только при процессе доливки воды в основную трубу. А пар будет выходить по трубкам, как я говорил, горячий, более сухой, буду использовать для перетопки воска. А вот этот, что сейчас влажный, более насыщенный, будет для того, чтобы гнуть древесину. В процессе доработки буду снимать видео, вылаживать, что у меня получилось. Вот так состоит весь этот агрегат. Размер его по высоте 66 сантиметров, ширина 34, длина 80 сантиметров, сверху уварена труба для дымохода 110-я. Сам парообразователь 160-я труба. Это заливное отверстие. Всего сейчас идет пар. Дверца у нас находится так вот. Огонь горит на дровах. Высота дверцы 35 сантиметров. Сам парообразователь состоит из 160-й трубы, сваренной Г-образно. Сзади заглушка, сверху также заглушка. Здесь заварено заливное отверстие. Что еще рассказать? Надо делать колосники, чтобы лучше горело. И еще сегодня в планах сделать кожух на эту трубу и от самого парообразователя врезать трубу, чтобы был более горячий пар.
А здесь, как я и говорил, будет тройник на вот этот, что сейчас идет. Завтра постараюсь выложить новое видео, что у меня получилось. Так как похудо сделать, думаю, уже темно станет. Вот так он у нас работает сейчас. Создадим давление небольшое. Кончилось место на карте памяти. Немного удалил видео. Да снимем работу. Пара генератора. Обварил я кожух вокруг трубы, как и говорил, не видно ни хрена. Фу. Здесь ставлен тройник на более насыщенный пар, хотя он и там насыщенный. Это заливное отверстие. Это вот краник стоит такой. Будем лишнее давление сюда выпускать. И также будет пар более насыщенный водой. В самой группе добавил колосник. Временный, сетка с кирпичами. Откроем, чтобы меньше тяга было. Ну вот так у нас сейчас интенсивно идет пар. Думаю, получится неплохо в работе. Поставим сюда кран. Здесь также будет отвод. Это для гнутья древесины, для пропаривания. А этот будет пар у нас перетапливать пчелиную сушь на воск. Сейчас проведем испытание на спичке, запалит, не запалит. Немного обуглилось, но не загорается. В общем, думаю, будет неплохо. Спички не поджигают, но думаю, свою функцию будет исполнять. В процессе буду вылаживать, как у меня получается. Воск топить, древесину гнуть. После установки его на постоянное место, стационарное. Ну и будем проводить испытания на более горячий пар. Еще в планах от этого вывести трубу в сам котел, сделать колосники с труб и через колосники прогонять
этот пар, чтобы он нагревался до сверхтемпературы. Пара на целый паровоз. Шайтан машина. Давление пошло, пошло, пошло. Получилась вот такая штуковина у нас. Назову я ее шайтан машина. Всем спасибо за просмотр. Удачи, до свидания.